1 мая 2021 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Мы находимся с вами в храме гроба Господня, и уже через несколько минут наступит полночь, и мы будем встречать Пасху, светлое Христово воскресение. Вход на ночное богослужение был абсолютно свободным, народу было довольно мало, и мы пошли всей семьей. И вот сейчас мы хотим поделиться с вами самым драгоценным, самым прекрасным, что есть на Святой Земле – ночным богослужением в храме гроба Господня в пасхальную ночь. Thank you.
Воистину воскресе! Воистину воскресе! كانت الحياة والحياة كانت نور للناس والنور في الظلمة يضيء والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور نفسي بيروي مطلوب نبيت السبيت ونسيديت Yeah.
Вот так мы встречали Пасху в этом году. Детки, конечно, устали, но выстояли всю службу. Возможно, многие из вас ожидали от нас какой-то трансляции со схождения благодатного огня. Дело все в том, что в этом году вход на благодатный огонь был исключительно по зеленым паспортам. И хотя Рафаил мог бы пойти, он сознательно не пошел. Я думаю, что те, кто хорошо знают нашу семью, без слов и объяснений поймут, почему мы поступили именно так. Мы поделились с вами самыми прекрасными и дорогими для нас впечатлениями. Надеемся, что радость воскресения Христова, радость Пасхи на гробе Господнем передалась через этот ролик и вам. Ну, а мы прощаемся. Еще раз поздравляем всех вас с Пасхой Христовой. Христос воскресе! До скорых встреч, дорогие!